Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей дуэльной игры с Кисельком. Пятый тур моего 7-го дуэльного турнира. Если вы не смотрели первую серию, то, пожалуйста, перейдите по ссылке в верхнем правом углу, белая кнопочка «I». Посмотрите первую серию и возвращайтесь сюда. Приятного вам просмотра! Блин, какие-то лаги начались. Слушайте, а я везде построил свои эти... мут-пирамид. А, вот тут еще не построил. Давайте-ка святилище добавим. Так, 8 счастья надо... Почему я охрип? Давайте попробуем этот лагерь свалить. Пускай он грабит мне шелк. А вот этих... лагерь очень бы хотелось уничтожить. Проатаковал меня конь, прикольно. Отлично. В Гао любовь ко мне. Так. Пришли, понимаешь, недобитые варвары там. Так, пойдем тут разбираться. Так, еда, еда, еда. А, он, они из того лагеря. Тоже надо пойти будет добить. Библиотека, университет. В Гао тоже университет. Четыре. Вставляем так. Блин, ну что за лаги-то? Не очень мне это нравится. Ну, давай, давай. Так, здесь после универа... маяк и мастерскую. Здесь после универа мастерскую, здесь после каравана мастерскую универ. Здесь пока так пускай будет, да. Так, тут практически все обработано. Можно в другой город отправлять. Кстати, маяк еще неплохо. Вот так даже сделаем.
Что-то у меня счастья так много. Внезапно. Колосс, ну да, тоже. Кто бы сомневался. Да, похоже, эта игра надолго. Ну, блин, ну как так-то? Ну, это трындец. Ну, почему он сюда пришел? Из этого лагеря сюда, да? Главное, чтобы он мне... Караван, ну он скорее всего сюда встанет, это, блин, если караван сюда еще бежит, еще неплохо, а если он сюда бежит, хотя караван вот так вот пробежит, а, на дороге, ну может еще не так все плохо. Так, тут у нас конь, тут у нас... Давайте посмотрим. Нет, забежал только внутрь, а, мне он разграбил... Бежим на выручку. Может, он проатакует этого? Хочется верить. Так, а этим сюда отправимся. Так, тут все правильно. Так, где тут были корабли? Я хочу с вами воевать. Фу, слава богу, проатаковал метка лука. Миссионер. Все, теперь оставим на укрепление. Этот юнит в Джене, этот юнит в Гао. Этот стоит. Ага, вот меня и атакуют. Так, нужен маяк, конечно. Тут очень неплохо маяк будет. Пока вроде все обработано, что я хотел. Ну и как в Гао побежит? Ну, не очень, конечно, качественно, но что имеем, то имеем. Так. Да, лучше так сделаем. Компас открыл. Я хочу каравеллы просто апнуть моего... Трирема в каравеллы и пойти чувачку все его караваны нафиг пограбить. Чтобы он там не так ему сладко жилось. Так, пожалуй, в Тагазу сначала распространим, потому что мне тут нужно будет производство. Десять последователей, 5 последователей, то есть плюс 5%.
Он следующее хочет эту рыбу. Ну, правильно. Это все правильно. Тем более, что у меня тут маяк будет, ладно, 3-8. А если так, 5-4. Нет, значит, пускай производство, потому что с маяком еды станет офигенно много. Так, что у нас в Тимбукту? Да, в Тимбукту пока с едой не очень. Ага, тут вот так. Я пока не сажу специалистов в универ, хотя в Гаон построен. Хотя, может, сейчас попробовать, как оно пойдет. Давайте проверим. Все равно 1-1, отлично. Тогда пускай сидят. Так, тут тоже построено. Что теперь? Давайте железо обработаем. Ну, конечно, сейчас меня мой соперник уже опережает в развитии. Но, во-первых, я тоже пошел по традиции. Во-вторых, я думаю, я ему караваны там грабану. Я первый выйду в астрономию. К сожалению, только один город у горы. Как у него с этим? Ну, Рабат у горы точно. Так что я надеюсь, что частично ему развитие приторможу. Ну, эти триремы варварские не грабят морские клетки, так что не буду я там особо бояться. Так, я могу еще один караван отправить. Надо подумать, куда. Наверное, в Тимбукту надо отправить. Вот, тут, кстати, пустыня, но единственная, наверное, клетка пустыни. Так, давайте караван. 3-2. 3-2. Тимбукту. А, там универа нету. Давайте акведук все равно. Если мы какой-то город отращиваем, то там обязан быть акведук. Иначе отращивание не очень прикольно проходит. Ну, я надеюсь, что Джене уже сам примет религию. О, блин. Не очень хорошо. Так, знаете что, 3 хода до астрономии. Давайте-ка еще 3 ремку. Даже вот так сделаем, чтобы я сразу 2 апнул в каравеллы. Так. Ну, если меня украдут рабочего, тут я не особо расстроюсь. Честно вам скажу. Перебрасывание юнитов туда-сюда. Так, этот лагерь, я думаю,
Я заберу. Так. Что у нас Тимбукту? Ну, надо, чтобы он достроил. Тут что обработать? Еще надо обработать. И холмик надо обработать. Это я шел железо обрабатывать для Джене, но важнее Тимбукту, если я сейчас буду его отъедать. Так что... Айя Софья хочет укрепить религию. Так, тут караван закончен. Ну, давайте попробуем тогда на великих людях сосредоточиться. Значит, водная мастерская, счастье, плюс один. Сад и национальный эпос. Так, один ход, если на два хода. Так, давайте так, производство. Производство. Ну, все равно так надо, потому что... Потому что так надо. Не буду атаковать. Хочу сохранить силу юнитов для того, чтобы они плыли к сопернику. Коняга уже там стоит. Блин, надо с едой как-то что-то построить. Ну вот у меня это озеро, то есть вот тут я могу вырубать лес и строить фермы для Тимбукту, чтобы он рос. Так, после астрономии давайте машинери. Или вообще давайте попробуем Нотр-Дам построить, кстати. Так, я вышел в Ренессанс. Давайте в Рабат посадим... Так, что у нас в столице? Цирк, гарден. Блин, может уже вырубить тут лес? Так, 4-2. Вырубать может тут лес и уже сделать фермы обычные вдоль речки. Да, наверное, так и сделаем. Потому что, ну, у меня уже довольно нормально расширился город, чтобы
обрабатывать все, что мне надо. Так. Так, ну тут лагерь меня не особо волнует. Поплыли. Ну, укрепил религию. Сила. Ага, плюс 2 каждое чудо. Ну, не сказал бы, что прям так зепско. По-моему, у меня религия покруче. Ну, в моем случае. Но в развитии он меня опережает, как видите. Хотя на 2% отстает по науке. Так, наконец-то я эту лодку убью. Смогу обрабатывать неплохо кое-что. Ага. Вот его границы. Сейчас мы начнем играться с твоими караванами. Проблема в том, что он как бы фрегатами Тагазу очень легко берет. Но он в 3 города играет, я правильно понимаю? Да. Так, отлично, еще один. Так, что у нас тут? Grassland. Тут посадим. Надоели лезть. Так, физику открыл. Ну что? Хотя, правда, у меня счастья и так много. А вот форч, кстати, тут можно построить. Потому что много железа. Кстати, а что у него с армией? В армии я первый. Караваны у него где-то вот тут бегают. Вот один. Ага, он там будет второй. Нет. Где у него третий город? Тут где-то, да? Значит, надо сюда будет. Кстати, я могу наклепать, похоже, мандекалу и, например, прибежать сюда высадиться. Но у него стена. Как-то неохота на стену натыкаться. Но я надеюсь, что вот тут сейчас где-то будет караван.
Или он сразу сюда побежит. Либо в город забежит и выбежит, тогда он тут останется. Морские караваны на 4 клетки бегают. Ну, 22 столицы, неплохо. Но это морские караваны, еще раз повторю. Это все благодаря морским караванам. Вот еще рыбацкие лодки. Так. Первый караван... Не успел сюда поставить, прикиньте. Первый караван разграблен. И лодки... Кстати, он, по-моему, не построил маяк до сих пор. Хотя нет, великий маяк есть, и рыбацкие лодки есть. А почему они ему не дают два молотка? Непонятно. Ой. Так. Тут все на еду. Еда, еда, еда. И вот так, видимо. Универы построен, обсерватория пошла. Так уж плохо, сейчас второй караван будет разграблен мной, а вот и третий. А, все-таки он построил. Ну что? Три каравана минус. И мне надо вот это место стеречь, чтобы он не мог караваны пускать. У него, по идее, должно быть 5 караванов. То есть вот тут еще где-то бегает 2. Что мы купим за эти деньги? Надо как-то... Вот здесь мы купим пирамидку мою и... А, универ 480. Ну, универ следующим ходом можно будет купить. Так, что у нас производство, а если мы на еду все-таки поставим? А, вот бежит еще один. Вот, жена приняла религию. Отлично. Все, все мои города в религии дают мне плюс 8 от религии. Против 22. Ну, можно играть. Вон у него еще надо разграбить рыбацкие лодки. И все будет путем.
знаю, открою-ка я навигацию и попытаюсь в Тагазе кучу фрегатов нафигачить. Надо будет пустить караваны на производство в Тагазу отовсюду. Когда у меня заканчиваются через 9-12, ну, нормально. Примерно нормально. Блин, не успел. Этим не успел. Так. Что, тут больше нету караванов, что ли? Так, надо шпиона пересадить. Бараки строят. Пересадить в столицу к ним. Марокканцу. Так, ну, я не скоро, наверное, традицию закрою. И вопрос, надо ли мне ее закрывать. Уже у меня появляется. Все-таки хочется рационализм брать. Поэтому давайте акведуки везде. С деньгами у меня вроде нормально. Даже я бы купил акведук. Я помню, что я хотел купить универ, но акведук в данном случае круче. Я вот думаю, может, тогда в этом... Литейку строить здесь для фрегатов. У меня, к сожалению, единственный город. Стоит, охраняет. Ну окей. Но дело в том, что вот если я так встал, то он уже эти две клетки не может обрабатывать. У него уже штраф. И вот так я встал, тоже штраф. Ну, в смысле, штраф вот типа такого, как у меня тут. А, тут нету варваров. Ну, железа у меня дофига, в принципе. То есть как-то особо стремиться обрабатывать железо нету смысла. Так, какое тут чудо. Неплохо было бы. Ну, видимо, гильдию артистов, а потом писателей. Потому что у меня чеченицы, золотые века должны... идти прям не переставая. Ну ладно. Не хочешь, чтобы я грабил, не буду. Так, вот мой соперник вышел в Ренессанс. Да, и он тоже вышел в астрономию. Да, будут нужны фрегаты. Это уже точно.
Кстати, тут можно вырубить, похоже, лес. Ага, у меня уже есть арбалеты, если что, отбиваться. Надо Ironworks как можно быстрее. Эх. Надо было раньше сообразить, что надо посылать туда. Караван на производство. Блин. Голиасы. Понимаешь. Денег у него на апгрейд, если что, не будет. Так, мне надо будет за один ход, наверное, до конца прекратить исследовать навигацию. Или хотя бы за два. Возможно, имеет смысл голиасов построить в Тагазе. Парочку. Как тут насчет высадки Мандекалу? Можно, можно. Вообще приплыть, например, сюда высадиться. Хотя тут такая гора. Сейчас у него золотой век, что ли, начнется. Везде он построил голиасы. Сюда он встал рыбой. Видите, вот как мне сейчас варвар тут мешает, так и я хочу мешать моему сопернику. Или пойти лучше, блин, этот лагерь расфигачить. Да, наверное, так лучше, потому что мне это и деньги даст на апгрейд. Блин, может тут, собственно, Ironworks лучше строить. Эх, надо было караваны не в Тимбукту пускать, а в Тагазу, конечно. Ладно, давайте отойдем, полечимся. У него скоро тоже каравеллы появятся. Точнее, он, наверное, уже и строит, в принципе. Нет, обсерваторию строит. Восемь ходов, блин. Не буду апгрейдить. В каравеллы... Ну вот видите, какая печаль. Если бы я сразу узнал, что идти в традицию надо, было бы все намного проще. Моего соперника просто... Я не знаю, почему мы так далеко оказались на этой карте. Тут даже если бы я ставил города к нему, ну хорошо, взял бы Рабат, предположим. И что? Гильдию артистов надо посадить, ребят.
Так, укрепим. У него плюс 20 рядом со своими городами, и каждая... Так, это ясно. Мы что возьмем? Счастье, я не думаю, что нам надо. Производство и так есть, в принципе. Ну, мечите, наверное. Или вот плюс... Нет, ну... Культура никогда не помешает. А здесь... Миссионеры стоят дешевле, но это не надо. Около вражеских городов. Ну, реликварий, похоже. Блин, это вот, конечно, неожиданно. Так, надо не забыть пока навигацию отключить. Блин, эти каравеллы, конечно, тут наплодились. Так, Колизей. Блин, походу надо арбалетов строить, потому что он явно фрегатами пойдет на меня нападать. Ну, так, храм великий, Оксфорд, Альгамбра. Давайте терракотовую. Хотя, у меня, блин. Я только 3 юнита получу. Арбалет, пику и... А, еще... Ну, в принципе, почему еще этого получу? Так, караван. Бегал. Давайте-ка из Гао отправим его в Тагазу на производство. Тут соперник опять начал свои эти караваны фигачить. Так. Это видео подготовлено при поддержке 2GIS. Справочник и карта 2GIS будут с вами даже там, где не ловит мобильный или нет Wi-Fi. Благодаря подсказкам вы можете увидеть, работает ли организация в текущий момент, и если нет, как скоро она начнет работать. В справочнике 2GIS также учтены обеденные перерывы и выходные дни. Вы сразу можете увидеть, что обед заканчивается через 15 минут, или что сегодня выходное и учреждение закрыто. В любом случае,
случае заходите на 2gis.ru и совершенно бесплатно скачивайте карту вашего города или тот, который вам нужен. 2gis, если быть точным. Далековато бежать, ну вот Рабат, к Рабату, наверное, я Мандекалу побегу, буду ему тут все грабить. Фига себе. С другой стороны, ну... И что, пограблю я ему тут? Не, надо к Маракешу идти. Да, проблема в том, что у меня только один город на море, который, собственно, мой соперник может и захватить. Терракотовая армия. Ну, почему? Нормально будет. У меня будет два арбалета. Еще меткалук. Я их проапгрейджу. Я тут могу поставить вот так эти арбалеты. Кстати, надо вести, видимо, рабочих дороги вокруг Тагазы строить. Так, ну я вроде я буду хостом. Я хочу наклепать голиасов и только потом открывать навигацию, чтобы сразу апнуть. Во фрегаты. Неплохо у него тут Маракеш разросся, да? Так, ну, 9, пожалуй, давайте на производство переключимся. Так, Тимбукту закончил. Отправляем на производство в Тагазу. Два каравана на производство в Тагазу бегают. Интересно, сколько это я... Сколько у меня голиасы будут строиться вместе... Успел. Так, рационализм возьмем. Иначе мы будем отставать. Золотой век. Опаньки, это он откуда? С этого лагеря пришел? Да, чувачок, проделал ты долгий путь. Блин, два хода. Все равно голиасы два хода строятся. Соперника непонятно, что он строит. Денег у него нету. А у меня денег дофига. Так что мне надо... Чем дольше я смогу строить голиасы, тем круче. Тем лучше, в смысле.
пошли засвечивать территорию, чтобы заранее знать, что... Ну, или тормозить его, тем более. Так, терракотка сейчас будет. У меня на 4. На 4 апа есть. Угу. Он построил пизу. Еще у нас нашлись варвары. Кстати, я могу Оксфордом взять индустриализацию. Между прочим, это неплохая идея. Через 8 ходов, то есть через 5, если он 3 хода строится, через 5. Так, Колизей построю, потому что заканчивается счастье. А, я думал, тут построено. Странно. Минус по деньгам пошел. Мне надо, чтобы 480 у меня осталось в любом случае. Ай-яй-яй, караван. Автогазу только сейчас побежал. Так, где он меня там перекрывает? Арбалет построил. Видите, я его заставляю в столице всякую фигню строить. Дороги тут нету, да? Ну, сейчас я ему тут пограблю как минимум несколько клеток. Зарабатываем денежку. Слегка. Так, первый Голиас. Готов. Вот, уже за один ход. То есть Зевса не помешает построить. Так, так, так. Может тут... Нет, подождите, Оксфорд дает... Нет, надо там, где процент на науку есть. Так что не надо... Форч тут тоже не надо, бараки. Ну, давайте Мандекалу тогда. А, у меня лошади закончились. Прикольно. Оказывается, у меня... Это один ресурс лошадей, все, 4 лошади и все у меня, да? Класс. Это что-то меня не обрадовало вообще. Вообще что-то нерадостная новость.
Еще один ученый. Так, ну, все равно посажу его в академию. Блин, у меня эти академии не обрабатываются. Так. Куда? Вот сюда, видимо. Так, писателя я посажу в шедевр. Будем потихоньку туризмом давить. Так, тут мандекалу построено. А у меня на 5 апов уже есть. Не знаю, стоит его атаковать, не стоит, постою. Да ладно. Прям обкладывают там со всех сторон. Так, давайте банк. Тут давайте высадимся. Здесь побежали мандекалу. Здесь банк. Куда ты отошел? А, полечиться? Ладно, не возражаю. Дело нужное. Так, мечети. Пошли покупаться. Так, ну у меня пока денег-то все больше и больше становится. Ага, Голиасик пытается до меня дотянуться тут. Не, давайте мы тут сеть устроим. Что с навигацией? Открыл, похоже, да. Мой соперник открыл навигацию, и, как я понимаю... Нет, еще, видите, геройский эпик собирается построить.
Ну, а я Оксфордом, видимо, возьму индустриализацию. И пойду в химию, чтобы мне больше давало от... Боже, как они называются-то? А знаете, что я тут продам уже эту трирему? От холмов, от шахт, от шахт. Так, ну что, я тут дороги проложил. Естественно, никакие рыбацкие лодки тут не имеет смысла строить, потому что придет соперник и их порушит. Так, тут все правильно обрабатывается. Тут так постоим. Скаут. Я думаю, он думает, что я хочу его суши атаковать, мне так кажется. И чем дольше он будет так думать, тем лучше. Да, он строит арбалеты, во всяком случае, в столице. А тут я приплываю голиасами. Ну, как не голиасами, конечно. Так, у меня все еще куча денег для апгрейда. 5, 6, 120. 6 штук это 720. Так что пока стоим. Ну что, попытаемся убежать? А, я тут уже никак не убежишь. К сожалению. Хотя... Не, вот сюда, если я встану, то он может только дуболомов атаковать. Отлично. Так и сделаем. Особо напрягаться. Пускай он так атакует. Блин, ну там его походу найдут варвары. Так, 5 голиасов, это 600. 6 голиасов, 720. Ну, похоже, это все. Надо открывать навигацию. Или подождите, или сохранить Оксфорд, например, если у меня угля не будет, чтобы открыть радио. Давайте, наверное, сохраним.
Ага, начал приватёра строить. Хочет, типа, захватить мои каравеллы приватёром. Слушай, дай ты мне выйти. Пускай хоть у меня варвары лучше убивают, чем этот марокканский гад. Давайте и мы приватеров поднастроим. Так, банк и караван можно. Что там, приватер следующим ходом будет, да? Насколько он... А он, кстати, принял эту... Да, exploration принял. Что у него тут? И несмотря на все равно у меня производство на сайте насколько больше. Ну, правда, я караваны на производство пускаю, а он найду. Ну, вы знаете, все очень выглядит ровненько. Все очень ровненько. Если он принял exploration, значит, у него корабли на две клетки дальше, чем мои бегают. То есть на 7, а у меня только на 5. Это значит, что 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отойдем на одну клеточку. 3, 4, 5, 6, 7. Тут можно стоять. Век закончился. Ну, это ненадолго, буквально на два хода. Приватер, давайте отступать. Насколько у него осмотр, кстати, неизвестно. Ну, наверное, как у Голиаса, то есть, ой, как у фрегата, то есть 2, у него на 4 клетки, 1, 2, 3, 4. То есть вот за эту линию мне фрегатиками лучше не заплывать. Три, четыре, вот так. Я думаю, ему следующим ходом большой сюрприз будет, когда он поближе подойдет. Большой сюрприз. Ну, конечно, он мог вообще посмотреть, что у меня денег нету и железо уменьшилось, если он за этим следил. Так, куда бегал в Тимбукту? Давайте
Посылать на еду опять в столицу. Поэтому в Тагазу перекидываем. Так, караван. А, вот он и подошел. Куда ты побежал? Сейчас мы еще караваны у него пограбим. Ну что, он переключился на строительство фрегатов? А нет, Ironworks он строит. Так. Где у нас тут появился? Вот тут. Надо будет сюда сбегать Мандекалу. Так. Так, тут вроде 6-7, а так... Давайте так. Ну а тут производство. Хотя все равно тоже город растет. Даже несмотря на. Сторону тогда. А на апгрейд у него денег нету. Он удивляется, откуда у меня 100 морских юнитов, или ему пофигу. Так, полечимся пока. Надеюсь, тут не будут варвары сильно лютовать. Ага, вот и караванчики. Thank you.
Надо мне его глясы мочить по-хорошему. Но у меня что-то не получается. Так, надеюсь, тут я разграблю. Ну что, обратит он мою каравеллу? Так, золотой век. Отлично. Давайте три приватера, а потом опять фрегаты. Отходим. Ну, блин. Блин, ну, Лёша, ну, ёбаный ты пидорас, блядь, Лёша. Гандоша, блинская. Это реально может стоить игры, понимаете? Вот этот мой ход. Раз, два. Не хватает. Тупо не хватает, блядь, Лёша, дебил. Кстати, в Тагазе неплохо бы построить вот так тоже. О, уже бежит мечник. Стоим. Так, а что у меня еще? Вот этот не походил, да? Зачем я закончил ход? Так.
Но он в Марракеше построил стены, 50 защита, а мне нафиг не нужен Марракеш, я пойду Фес брать. Фес берется вообще без проблем, по-моему. Он все боится атаки. Ага, вот еще один. Арбалеты. Да, очень важная сейчас, конечно, ситуевина. Если я хоть один город марокканца возьму, то я буду, ну, очень, очень будет похоже на то, что я победил. Приватеры строят. Что он будет захватывать у меня приватером? Ну, ладно, посмотрим попозже. Что мне с этим глясом делать? Нечего. Ага, вот слушайте, а если я его как приманку поставлю для приватера марокканского? Мне-то не жалко потерять Голиас. А ему, наверное, хочется его обратно получить. Ну, как вы понимаете, я буду голосовать за религию, чтобы получить больше голосов. Так что если меня забанит трюфеля, у меня счастье есть. Пускай банит. Так. А, он и в Фесе построил. Ну, Фес, я думаю, все-таки возьмется.
Ну, Фес вообще легко берется. Вот Рабат с Маракешем не очень. О, вот у него где. Встану вот тут, чтобы у него не мог быстро пробежать этот капер. Блин, у меня 987 золота, а чё я... А, так я оставлю на эти, на фабрике. Да, вот сейчас будет очень важный ход. Сколько хорошо я смогу походить своими юнитами. Так. Теперь мне нужно захватить этот фрегат. Так, а скоро ли у меня адмирал? 21. Блин, спер у меня теху, прикиньте. Построил красный форт. Ну, блин, ну это ж нечестно. Сидит чувак, развивается просто, нифига не делает. Вообще никак не старается. Просто свезло ему, что он сидит тут в такой местности. Класс. Вот бы мне так. Блин, совсем мало. Я так могу весь флот тут оставить, честно говоря. Давайте-ка я отступлю лучше. Полечусь. Но если я солью весь флот, это все, это ГГ. Он захватит все у меня. Что он строит в столице? Армори. Ясно.
Блин. Тяжелая игра. Он меня опередил по науке. Ну, в индустриализацию. А, ну он, блин, спер у меня теху. В индустриализацию уж никто еще не вышел, правильно? Кстати, хорошо, что он спер тогда теху, а то я мог открыть индустриализацию, он бы ее у меня спер, а так? Наделся капер, но сюда он боится, конечно, соваться, что тут я ему насую. Короче, я хочу сохранить свой флот лучше, по-моему. Да, слишком слабо бьет, и лучше я буду контролировать море. Контролировать море, выйти в свободу и приплыть тупо этими. Блин, забыл про фрегат там. Что я разговариваю тут с вами. И приплыть иностранным легионом. Блин, 1436 денег у меня. Я две фабрики просто покупаю. А третью строю. И вот у меня уже идеология. Главное, чтобы уголь был. Потому что с лошадьми, я смотрю, мне офигенно повезло. Так, что у нас тут вообще творится? 2-4, а так 3-3. Давайте 3-3 лучше. Тут что? 16-6. Ставим. Отлично, уголь есть. Более того, он сразу у меня обработан. Е-е-е. Это очень хорошо. Так, покупаем в Тагазе. Ну и, видимо, в столице. А где у меня вообще самое большое производство? 42, 36, 60. В Тагазе у меня самое большое по производству, но... Купим тогда здесь. О, блин, не хватает чуть-чуть. 780.
Конечно, я за религию. И посадим в Рабат. Мои корабли возвращаются на лечение. Я все-таки считаю правильным вот это отступление, потому что если я теряю, я не могу взять город. Он построил красный форт, у него защитные эти штуки очень классно теперь работают. Но я вот так отступаю, сохраняю флот и могу контролировать местность. Я возьму сейчас свободу. И у меня довольно скоро будет легион. Что позволит мне, надеюсь, все-таки захватить марокканца. Ну, он за трюфеля голосовал, а я голосовал за иудаизм. Теперь я могу спокойно трюфеля отменить следующим ходом. Так, пожалуй, смысл держать арбалетов тут больше нет. Арбалеты. Вот так, по идее, у него не должны сейчас эти две клетки обрабатываться. Так, а тут... Вот так, наверное, встанем. Блин, минус по деньгам пошел. Плохо, мне деньги нужны. 780 мне надо. Блин. Что, начинать строить, что ли? Опять не обрабатываются. Так, плюс 6, блин. Плюс 6. Так, мне нужен лагерь варварский и... Похоже, какой-нибудь караван. Вот, еще лагеря появились. Так, наверное, вот тут можно не строить тогда. Я там просто куплю. Так, он тоже вошел, да? Я так понимаю, естественно, в индустриализацию. Есть ли у него деньги? Ну, немножко есть. Плюс 54 вход, нифига себе.
Так, это будет 50 денежек, и тут 50 денежек. По-моему, где-то еще был варварский лагерь. Вон еще лагерь. Так, все эти наземные штуковины. Пойдем-ка мы вот этот лагерь захватывать. С помощью... Так, три хода. А так тоже три. И арбалет поведем вот к этому лагерю. Мне надо... Блин, все равно тут строится. Мне надо купить. Тут фабрику мне надо купить. Надеюсь, это быстрее, чем за 6 ходов будет. Точнее, мне надо быстрее, чем за 4 хода. За 3. Мне надо за 3 хода купить фабрику, вот. Очень простой план. Для этого мне надо захватить 2 лагеря. Гатлинги, отлично. О, он решил все-таки наземные пускать. Решил, что хватит с него грабежа его караванов. Но он мне кучу денег, конечно, практически подарил. Так, 734, а она стоит 780. В общем-то, еще 50, еще один лагерь. И окей. Так, слушайте, надо еще одного. Еще один фрегатик. Вот так. По идее, должен следующим ходом купить фабрику. В этом плане, конечно, Сангай очень классная штука. Что я 50 золотых, считайте, получаю. Ну, копейщик, к сожалению, умрет. Но не скажу, что он плохо поработал. На этом пока все. Игра получилась долгой, поэтому будет разбита на серии. Продолжение, надеюсь, вы увидите завтра или послезавтра. Вы слышали Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет. Не забудьте подписаться и поставить лайк, раз досмотрели до конца. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.